600 батыров выступили против 50-тысячной армии джунгарских войск. В Алматинской области состоялась грандиозная реконструкция одного из ключевых сражений 17 века – Урбулакской битвы. Участники в точности воссоздали доспехи и оружие воинов, а также сам ход схватки. Как проходил бой и почему он имел колоссальное значение для казахских отрядов, расскажет Кирилл Харламов. Такими в 17 веке были все сражения на территории современного Казахстана. Восточные соседи, джунгары, совершали регулярные набеги. Защитить страну от 50-тысячного войска отправились 600 батыров. Атмосферу Урбулакской битвы воссоздали сотни актеров и каскадеры, а также конная кавалерия. На каждом доспехи казахских и джунгарских воинов. Чтобы повторить образы, старательно изучали архивы. У наших батыров были железные латы, весили несколько десятков килограммов. Нижняя часть прикрыта лишь металлической кольчугой, чтобы удобно было достать меч из ножен и сражаться. В отличие от джунгарских воинов, они были полностью в железе. Урбулакское сражение было стратегически важным. На территории Семиречья располагались крупные ремесленные центры, проходили торговые маршруты караванов. Джунгары всегда претендовали на эти территории, они богатые. У казахов и джунгар похожие культуры, и они, так же как и казахи, были кочевниками. Поэтому знали, что здесь богатые земли, и каждый раз пытались отобрать у них. Возглавил войско 600 батыров Джангирхан и Далантос Батыр. Они заняли оборону в ущелье Урбулак и ждали в засаде армию во главе с командующим джунгар Эрдени Батуром. Казахи организовали завал на их пути, а позже обстреляли противника. Урбулакское сражение стало уникальным в Центральной Азии. Впервые было применено огнестрельное оружие. Джангирхан подтвердил эффективность новой тактики ведения боя залповым огнем, ружьями полевых стрелков. Таким образом, правила войны в этом регионе изменились. Организаторы говорят, воссоздание батальных сцен – напоминание сегодняшнему поколению о важных исторических моментах в истории становления страны. Подобные реконструкции популярны во многих странах мира. В России – это Бородинское сражение, а в Бельгии – битва при Ватерлоо. Почему мы не должны реконструировать и показать подрастающему поколению наше сражение, которое вот золотыми буквами вошло в историю Казахстана, вот, нашей земли. И сейчас посмотрите, на этой земле в мире согласия живет 120 наций и народностей. Вот, только благодаря миру. Организаторы намерены воссоздать и другие сражения, проходившие на территории современного Казахстана. Реконструкции проведут не только в Алматинской, но и других областях. Кирилл Харламов, Асхат Тастанкулов, Тимерлан Миргазин, Мир24. Казахское ханство – прародитель современного Казахстана. Возникло на территории Семиречья в середине 15 века.